Эфирде Эресейнер радиосын қарачай бөлімі. Күніңіз ашқы болсын, сейле жамағат. Студияда журналист Қорқмазылан Салима, пультта ішілеген режиссер Аджиев Мұрат. Таулы жұртымда деп аталған беріу өзіні башылайбыз. Бұ күлі де қарачай Черкес Республикаға сыйлы қонақла келділі. Қырғызстанның бірінші президенті, физика-математика әлім ұланың докторы, Москвадағы Қырал университетінің профессоры Акаев Аскар, үйбечесі Акаева Майрамбла тамаша жұртыбызда болдыла. Бірінші Қарачай Черкес Республиканы башшысыны Темрезлан Рашидіні үйінде қонақта болғандыла. Алайда талай заманыны ұшақ етіп, аннан сұра Шымал Кавказ Қырал Академияға барғандыла. Академияны ректоры Қочқарлан Руслан сыйлы қонақлаға да ол қонақлана алып келген республиканы милет ішілеріне басмасының хақынан министеріні Кумуков Альбертке да хош келді айта студентлеріні Алимбла шағыре етті. Аллай оңлы Алимге тыңлағанны ұлы файдасы болуғында чертті. Алимні 2 сағатны барған дерсі 2 тақиқа чауызды, чебін ұчса да ештілерлей. Қалай зауықты білімлі адамны сөзіне тыңлаған. Сағат жашауда төрге шығарып құру білім болғанын черте, артта қалмаз үшін, заман бұла тең атлар үшін таймаздан біліміңі өстіргеллей тұруға кереклісін чертті Аскар Акаевич. Алай болмаса, жалған ақылға базман болған қиын болуқты жашауда. Ызыбла Қарачая қауымбла әнші түбешуі болды. Алай демеклік, тарих ілмуланы кандидаты Хатулан Рашидны ойымы бұла бөлек Қарачайлы, Милеті бізіні көчкінші жылларын сағына талай заманыны ұшағы еттік академияны мекамында. Макс М. деген бірлішліктің тамадасы, жамағат құллықчу, әл мүлкіні ұстасы, Гочеланы Борис, қонақланы блайда ол тұрғалла бла таныштыра, «Денібіз бір, тілібіз бір, қаныбыз бір» деп башлады сөзін, алай бла әрлай іліштерді қонақланы. Акаев Аскар да үйбейчесі Майрам да, ол да математика ілмулан докторы, Қырғызстанда Қарачайлан үсінен көп хапар айттыла. Құру да ашқы сөзлі. Қарачайлан халқ бірлешлігін тамадасыны орынбасары Боташланы сөлемен, Қырғызстанда туғанын, сабилігі анда өткенінді, ал жылада көп инжілсе да милетіміз, артта ішлеп аяқ тірегенін анда қырғызылабла арюджа шағаларын айтты. Акайулы бүгінлікті Эресейбла Қырғызстанның арасында шоқлық беги күч алабарына шаңғанын білдірді. Филология ілмулан докторыны Қаралан Зухраны Қырғыз Республикада политика жамбла болымнан сорғанына жуап еті. Қарачай газетінің баш редакторы Қарачай Черкес Республиканы халық поэті Өзделіні Альберт Қырғыз милетке рахатлық теже жазған назмусын оқығанда тамам разы болдыла. Қырғызстанға алғыш. Жашау үшін саңа келген қан батер, хей қырғыз жер нарын суға сиынбас, қара Қытай ойрат халына даулап жет, хаман келе көргіз мүлі саңа жаз. Еритмейт Сүлеменні тақтасы әта Тұрын Саламон. Әнелчет че болған халқы бұз көлін, қырғыз халқыны жүрек күші болып күн, ол күйдірді артықлықны қатасын. Айт матамды бүгін халқыны манасы, бұру болған ман құртлықны алына, көрген заты жоламанны анасы, көплі кетер сау дүнияны барына. Қара күнде милетіме жараған, қырғыз милет сау бол, болдың сен азат, жашна енді, аяғыны бараған, кім болса да аңға болсын минналан. Халқылар асы көрмішіледі хорлай келген россиян суратчыларын сайызын құрамына керген фахмулы суратчыбыз французланы Казбек, Акаев Аскарыны суратын салып, сауға етті Қарачайлан атынан. Бек қуандыла қонақла. Айру сөзді ауру жоқ, бір-бірі бізіне әркелеті озған заманы тансықлай көп ұшақ еттік. Ол күн оғына қонақла Архызға атландыла. Бек бүсіреу еттік 80 жыл бола тұрған Акаев Аскар да, үйбечесі Акаева Майрам да, аяқ чаналада, лыжалада, алай зәлім ұчқаларына. Көз алмай қарап тұрын келет, машалла. Ұчқанны бір кезекке бөліп ұшақ еттік, таулы жұртыбызың жаратқалары бұла қалғаларыны үсіннен. Как Аскар Акаевич, Архыз впечатлил вас? Впечатления изумительные, изумительные, потому что, прежде всего, я как математик работаю мозгами, поэтому самый лучший отдых для мозга – это горные лыжи. Ну и к тому же мы горные люди, и если зимой я покатаюсь на лыжах неделю,
то потом мозги целый год работают как швейцарские часы. Горный отдых – это единственный вид отдыха, который позволяет отдохнуть мозгу. Ну и здесь, конечно, мы получили просто потрясающие, изумительные впечатления. Я хочу сказать, что этот горнолыжный курорт, он один из лучших в мире по следующим трем причинам. Ну, во-первых, здесь замечательный народ, дружелюбный, гостеприимный. Вот, кому не обратишься, всюду встречают с улыбкой, подскажут, помогут. Вот, поэтому просто приятно, приятно быть. Я считаю, что прежде всего благодаря замечательному, толерантному такому, приветливому народу. Спасибо. А во-вторых, это место само уникальное. В мире я знаю только 7 таких мест, где астрофизики называют окно в космос. Потому что здесь почти 360 дней просматривается космос. То есть это прозрачное, это Богом созданное такое. Таких мест в мире всего 7. Второй в Чили, третий в Китае. Ну, еще в разных местах нашей планеты. И поэтому в таких местах строят уникальные такие астрофизические лаборатории. Поэтому не случайно вот 50 лет назад здесь Советский Союз построил самую лучшую по тем временам в мире обсерваторию с самым большим зеркалом 6-метровым. Вот он тогда был первый, лучший в мире. Мы посетили, поскольку я член Академии наук, и там мы встречались с учеными, были очень довольны. А рядом еще радиотелескоп. Если большой азимутальный телескоп позволяет изучать солнечную систему, солнце, планеты, то радиотелескоп позволяет просматривать дальний космос, Вселенную уже. У нас, к тому же, я работаю в Московском государственном университете. У нас есть астрофизический факультет, и он имеет здесь свою обсерваторию. Поэтому это уникальное место. Архыз, я бы сказал, один из 7 чудесных мест в мире, можно твердо говорить. Ну, а в-третьих, мы увидели здесь великолепный горнолыжный курорт, замечательная создана инфраструктура. Мы часто с женой давно катаемся на лыжах, ну, наверное, лет 40. Вот. И катались и в швейцарских Альпах, в французских горах тоже. Вот. И Архызский горнолыжный курорт, он по своей инфраструктуре ничем не уступает европейским, то есть европейского стандарта. Здесь мы видим подъемники последнего поколения. Вот. И самое главное, они созданы именно с большой перспективой. И это здорово, потому что здесь южные трассы, они соединяются с северными, потом со следующей долиной. И таким образом это в будущем будет частью единой такой всекавказской сети горных курортов. И это замечательно. Но мы видим здесь инфраструктуру, которая на европейском уровне. Я уверен, мы видим, сегодня идет большая стройка. И через 5-10 лет это будет курорт мирового класса. Мирового класса. Я уверен, сюда будут приезжать люди со всех концов света кататься. Но самое главное, здорово, что здесь катание не зависит от климатических условий. Идет снег, не идет. Он оборудован уже снежной фабрикой, поэтому да. Здесь лишь бы было холодно, и все, и с удовольствием катаешься. То есть, одним словом, вот по этим трем причинам, я считаю, Архыз – это уникальный горнолыжный курорт, который будет тянуть к себе любителей горных лыж. Ну, а летом
приездом туристов и вносить свой ощутимый вклад в бюджет республики. Вот. Люди начнут со всего мира узнавать, что есть замечательный гостеприимный карачаевский народ, есть замечательная, прекрасная Карачаево-Черкесская республика. И таким образом Карачаево-Черкесская республика станет известна всему миру. Поэтому я хочу радиослушателей ваших всех в республике поздравить, что республика имеет вот такую свою, можно сказать, жемчужину горную, которая украшает республику и которая будет привлекать гостей со всего мира. Вы сказали, как заезжаешь в вашу республику, сразу видно, что развиваются дороги прекрасные, да, да. Сады шикарные. Могу повторить. Теперь уже курорт вот наш, да? Что да. еще можете, чем можете продолжить этот список? Да, знаете, действительно, как мы переехали границу, я сразу заметил, что здесь очень развито высококачественное сельское хозяйство. Ну, едешь, смотришь, поля ухоженные, вот, дороги прекрасные, вот, потом даже мы видели фруктовые сады, которые накрыты сеткой, но это редко встречаешь. Ну, вот увидели, бурно развивается промышленность, мы видели очень много малых, средних предприятий, которые строятся вблизи дороги, наряду с сельским хозяйством, туризмом, сферой отдыха. У вас сейчас динамично, бурно развивается промышленность, и это замечательно. Это замечательно. То есть экономика республики, она диверсифицирована. Сельское хозяйство, туризм, промышленность, ну и самое главное, большая наука. То, что здесь находится одна из лучших в мире астрофизических лабораторий. Майрам Душеновна, а у вас какие впечатления? Волшебно, сказочно, дивно. Мне кажется, главные слова, вот то, что я хотела сказать. Здесь нам очень понравилось. И еще то, что мы родственники, и то, что природа тоже очень похожа. И это, мне кажется, дает такое сказочное ощущение. Вот то, что сказочно, дивно, волшебно, это, вы знаете, там очень большое составляющее именно вот то, что мы родственные народы. Это очень, мне кажется, дает ощущение счастья. Вот мы приехали к родственникам. Тем более, я хорошо помню в детстве, как провожали из Казахстана, провожали моя тетя и подруги, вот карачаевцев. И это впечатление у меня осталось, поэтому я вот с удовольствием здесь нахожусь и восхищаюсь природой и, самое главное, вами, карачаевцами, ногайцами, черкесами, русскими, абазиной. И, конечно, я желаю дружбы, чтобы между вашими народами. Аскар Акаевич, в этом году будет 80 лет депортации карачаевского народа, но возвращение всего 66 лет, поэтому наверняка есть очевидцы тех событий. Вы сами, наверное, помните, как жили, как уезжали наши оттуда. Как сейчас складывается жизнь у тех, кто там остался? Я сам очевидец, свидетель, потому что вот я юношей учился вместе с карачаевскими, чеченскими, и моя жена тоже, ингушскими детьми, насильно переселенными. И, естественно, мы, вот я считаю, эти трудные послевоенные годы, они, в общем, сроднили нас, сроднили, и мы, в общем, расставались со слезами на глазах, можно сказать, в 1957 году, когда народы кавказские были реабилитированы, им было позволено вернуться. И ведь послевоенные годы переселенные народы внесли свою, я бы сказал, очень большую лепту в возрождение экономики, народного хозяйства, разрушенного войной. Ну, например, карачаевцы в сознании нашего народа остались как одни из самых трудолюбивых народностей, потому что очень многие из Кыргызстана уехали с орденами, орден Трудового Красного Знамени, орден Ленина и даже Герои социалистического труда. Поэтому в нашем народе осталось вот такое воспоминание очень теплое, замечательное, что вот трудолюбивый народ помог нам поднять
поднять экономику в послевоенные годы. Ну и немало ведь и осталось. Те, которые остались, прекрасно сложилось все. Ну, примерно, я скажу, вот численность я сужу по числу депутатов в парламенте. Вот в нашем парламенте мой друг Кыркмазов 3 или 4 раза избирался депутатом кыргызского парламента. Он избирался от карачаевского народа. Значит, у нас 100 депутатов. Один депутат от карачаевского народа, значит, 1% – это карачаевцы. Поэтому к ним отношения очень хорошие. Один депутат от карачаев всегда есть. Я вот вспоминаю большой теплотой Борис Гагаева, который вот мне помогал в 90-е годы, чтобы сплачивать межэтническое, укреплять согласие в республике у нас. Мы тогда образовали ассамблею народа, народный парламент, ассамблею народа Кыргызстана. И вот Борис Гагаев, он как лидер карачаевцев, он как раз был в этой президиуме ассамблеи и помогал, сам работал в Совете министров, занимал высокие посты. Мы в 90-е годы создали хороший фундамент межэтнического отношения, согласия. И в этом отношении у нас малым народом было очень комфортно. Комфортно. Надеюсь, что так оно и останется. Если не ошибаюсь, вы были депутатом, когда принимали закон о реабилитации репрессированных народов. Мне посчастливилось, в 89-м году меня избрали народным депутатом СССР, а потом члены Верховного Совета СССР от Кыргызстана. Как раз активно помогал нашим карачаевским, чеченским, ингушским друзьям. Вот собирал голоса депутатов. Окончательная ведь реабилитация произошла на съезде народных депутатов СССР. Закон был принят в 91-м, окончательный. Вот я внес свой маленький скромный вклад в это тоже. То есть я там мобилизовывал голоса среднеазиатских депутатов. Майрам Душенова, вы говорили, что ваша тетя близко дружила с карачаевцами. Моя тетя, мне кажется, вот все-таки она была карачаевка. Я помню... Ну, я вот в нашем селе жили, мы в Казахстане, мы кыргызы, но в Казахстане некоторое время жили. И многие народы были из Северного Кавказа, были чеченцы, и ингуши, и карачаевцы. Но больше моя тетя дружила с карачаевцами, потому что соседи были. Я помню, очень хорошо помню, как проводы. Я очень хорошо помню, вот мне было тогда, наверное, где-то 7-8 лет, может быть, и больше. Помню машину, помню вот этот синий кузов. Помню, что вот наши соседи, все они уже сели, вот эти проводы. Ну, меня запечатлелось, как рыдала моя тетя, вот, когда они уже машина тронулась. Вслед, да, и вот она рыдала. Я еще подумала, что же она рыдает. Ну, как-то я не очень-то хорошо знала. Ну, к себе, они возвращаются к себе на родину. Вот, и потом еще остались у нас несколько семей карачаевцев и чеченцев. Несколько семей. И вот я помню, как моя тетя дружила, вот Машапа, это чеченка. Uh-huh. И вот они, значит, друг к другу ходили в гости пить чай. Поставить самовар. Это же целая традиция. Целый поставить самовар. Ну, вот то, что есть. В Казахстане тогда хорошая экономическая ситуация была. Там всего и хлеб они выращивали. Это село такое многонациональное было. Там же кулаки с Украины. Они работяги, они земледельцы. И вот, одним словом, это процветал вот этот колхоз. А дальше я помню хорошо, семья карачаевцев, это была большая семья, несколько, наверное, около 10 детей, они остались, вот. И помню вот эту дружбу, моя тетя как дружила вот с этой семьей, и до сих пор вот я разговаривала с моей сестрой, я в город уехала сразу, в 58-м году учиться, меня отправили в город, а сестра моя там жила. И она очень хорошо знает. И до сих пор, оказывается, она общается. И когда приезжает, да, карачаевцам, как только приезжает, значит, там вот моя тетя, к сожалению, ушла в иной мир. И да.
И она приезжает, говорит, сразу, говорит, когда режем барана, мы, говорит, всех зовем и обязательно Айшапа. Это Айшапа ее звали, карачаевский. Это у вас имя Айшапа. Да, да, Айша. Ну, дети сейчас живут очень хорошо. Один сказал, что он был чемпионом по боксу Казахстана. Вот она, сестра мне сказала. Ну, еще вот эпизод. Вот эти три эпизода, это связано с моей тетей. И когда меня отправляли в город, мама меня повела портниха чеченки. Вот эта замечательная женщина, портниха, мне шила два платья. Один из белого штапеля, вот с черным каймой, с поясом. Ага. Это вот сейчас думаю, мы очень модно она мне шила, модное платье. И второе платье она шила из клетки, белое-голубое, и с большими карманами. И вот в этих платьях я и поехала учиться в город. Вы представляете? Четыре эпизода я прям так хорошо помню. И всегда сестра мне, она называла всех детей, как зовут, вот семью карачаевцев. Говорит, всегда, когда мы приезжаем, что-то устраиваем, мы, говорит, зовем их в гости, они, говорит, зовут нас, они помнят наших родителей. Аскар Акаевич, харнаш милетпис, бизне журтха, эльге. Алғыш сөз ана тілде. Мына жақсы айттыңыз, біз екі ел, қырғыз, қарачай елдері бір туған, бір елбіз, себебі қанымыз бір, дініміз бір, тіліміз бір. Ошандықтан мен біз қарачай жерінде ұшыншалық бақтылу сезіп атамыз, абдан терең разышылық үсті білдіреміз, себебі бізді ұшыншалық жылу маңайда тозып алды бізден қарачай туғандарымыз, інілеріміз, ағаларымыз. Ошондықтан мен мына қарачай еліне зор бақтылу келешек қалып кеткен, келет тыныштық, ынтымақ елге. Тыныштық болса, ынтымақ болса, азыр Қарачай Черкесі Республикасы көтеріліп бара жатқан мезгіл екен, анан бақтылу тұрмыш келет сөзсіз. Ошондықтан мен қалуым тыныштық, ынтымақ, бір туғандық болса, бары жақсы болады. Рахмат, сау болу. Майрам Дүшенова, көзі сізге. Кымбатту биздин бир туугандарыбыз, бордоштоорубуз, карачай эли жана ушул карачай черкес жердеги бүт элдерге чоң зор ийгиликтер каалайбыз. Сиздердин республикада абдан жакшы зор иштер болуп жатыптыр. Сиздер азыр өнүгүп өсүп эң жакшы республика болушуңарды каалайбыз. Баары жакшы болсун, баары жакшы болсун. Амин, Аллах, сау болсын. Анаджылуға бөлей, халқын тау жұртым. Құшақларын кергенді, әрі бұлытым. Жаңырғала өзелі, жазылары жырлай. Жомақта шатиріле, жашнай қарачай. Жаңырғала өзелі, жазылары жырлай. Жомакта чатириле, жашмайт карачай. Ишанама таулага, жүрек сырыма. Ашыктыра таңлага, танцып жырыма. Ишанама таулага, жүрек сырыма. Ашыктыра таңлага, танцып жырыма. Куана жаным, курман бола ташына ойнат атқаным. Салан дере куана жанды жериме, Гопка ханслы сыплага жүрек термеле. Салан дере куана жанды жериме, Гопка ханслы сыплага жүрек термеле. Ишанама таулага, танцып жырыма. Ишанама таулага, жүрек
kergendi cazum senin Edenime bergendi can dilegimi Uçundura zamanı ışaradı ay Kullandıra tanlanı kavlu karacay Uçundura zamanı ışaradı ay Kullandıra tanlanı kavlu karacay Işanıma tavlağa yürek sarımı Aşıktıra tanlağa tanzıp cırımı Işanıma tavlağa yürek sarımı Aşıktıra tanlağa tanzıp cırımı Байқұлан Сұлтанны жырыпла, біз бүгінгі беруіміздің бос жайбыз. Әсем болуы сейлі жамағат.